Новый год россияне встретили еще раз, теперь по юлианскому календарю. Это неофициальный праздник, который возник в результате смены летоисчисления. Продолжение основных праздников, скажем так, для начала. Вот продолжение праздничного настроения. Прошлое все ушло, что было у нас, что плохое, что хорошее, все было. Будет в новом году, желаю всем счастья, добра, чтоб мир во всем мире был, чтоб мы жили хорошо. Старый Новый год с детства, знаю, он как бы и престольным тогда очтился. Это такое, праздники устраивали. И таким годом, это был настоящий наш Новый год. Ну и всем желаю здоровья в новом году, мира в нашей стране. Это замечательный день, я его лично обожаю. Большинство горожан говорят, встретили Старый Новый год дома в кругу семьи, рассматривая новогодние передачи и фильмы. Сделали хороший ужин, отбивные, выпили чуть-чуть крепких напитков и легли спать. С бабушкой посидели, поужинали, я налил стопочку. За старый, а потом за новый. Вот так вот. По молодости мы отмечали всегда праздник этот. Собирались и так же стол накрывали, гуляли. Концерт такой по телевизору хороший шел. Наши все артисты, всех увидела. До 3 часов ночи. Ну, без пьянки, конечно, потому что нам на работу, мы уже в возрасте. А так хорошо, и приготовились, и все нормально. Встретить Старый Новый год – это хорошая возможность окунуться в праздничную атмосферу после первой рабочей недели и отличный повод еще раз пожелать родным, близким и коллегам всего самого наилучшего в уже наступившем 2017 году. Александр Тимофеев, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя.